Впервые в Республике Крым прошел деловой десант. Эта игра объединила в себе 30 участников, которые играли на территории города Ялты. Было 10 различных сложных заданий и необходимость заработать как можно больше денег. Все ребята справились с этим, на мой взгляд, очень успешно. И есть хорошая обратная связь. Мы продолжим игры в таком формате в сентябре-октябре 2017 года. Сегодня у ребят была прекрасная возможность попробовать себя в новом качестве, попробовать выйти из зоны комфорта, заработать денег, выполнить различные сложные задания. Все справились с этим очень хорошо, но были и сложности при выполнении заданий. И это говорит о том, что не всегда и предприниматель, и тот, кто хочет стать предпринимателем, готов перед новыми вызовами, перед новыми проектами. Поэтому деловой десант позволяет как раз вскрыть вот эту проблематику, посмотреть на себя, на собственный бизнес, на то дело, которым ты занимаешься, совершенно с другой стороны. И я уверен, что сегодняшняя игра поможет ребятам как раз в достижении своих целей не только теми способами, которыми они привыкли, но и новыми нестандартными решениями. Со своей командой отыграли, отгуляли замечательный день при поддержке фонда поддержки предпринимательства. Сегодня у нас был офигенный квест. Сегодня мы выплеснули очень много адреналина, очень много положительных эмоций и вели себя порой очень даже по-сумасшедски. Команда из 5 человек, давалось 10 или 11 заданий, и в общем-то мы со всеми справились, заработали денег. Заработали честно, много, с полной самоотдачей. Ну, где-то 1004, наверное, будет, если подсчитать. Мыли стекла, таскали песок, подметали полы. Стекол вообще немерено перемыли. Вот. Пообщались с олигархом, с одним замечательным. Взяли автограф у чемпиона по пауэрлифтингу. Сняли сказку про репку. В общем, все положительно, весело, квест. Очень хороший, очень продуктивный в плане того, что ты реализуешь ты выплескиваешь много эмоций. Это такой своего рода катарсис, это очень хорошо. Если честно, просто как-то в основном в офисе проводишь время, вот, и тут смотрю, вроде что для молодых предпринимателей, думаю, надо, наверное, развеяться, как-то мысли свои развеять, что-то новое ухватить для себя, что-то новое понять, вот. Удалось? Ну, вполне, ну, не знаю, такой опыт. Я могу сказать, это было так очень волнительно, вот, очень большой процесс работы, и ты пытаешься организовать людей для работы, вот, понимаешь, что фактически начинаешь что-то с нуля, и это, ну, не знаю, для меня было как бы окунуться туда-назад в прошлое. Мероприятие было интересное. Мне кажется, особенно оно интересно для молодых предпринимателей, совсем юных. Нет ничего
одинакового и всегда чему-то новому учишься. Сегодня нам удалось пообщаться с директором с большим, огромным опытом управления в 27 лет. Это руководитель «Бристоль». Если сделать параллели его принципов и моих принципов, я понимаю, что где-то я на верном пути, потому как некоторые принципы, я ими руководствуюсь, но, скажем, опыт управления у меня еще не такой большой. Игра была интересная в любом случае, она как для молодых была ребят, там, скажем, совсем не предпринимателей, для волонтеров, так и для тех, кто постарше и уже там, скажем, занимается предпринимательской деятельностью там 5 и более лет. Нам предстоит финальный квест выполнить. Мы уже выполнили из списка практически все, остался последний. Нам нужно доехать на место собрания финального в 5 часов вечера на каком-то транспортном средстве, но это должен быть не легковой автомобиль. Мы решили попросить скейтеров одолжить скейты, и чтобы на них доехать непосредственно на место сбора. Мы очень благодарны «Десанту» за возможность проявить себя, за возможность коммуницировать с огромным количеством людей, за этот яркий, позитивный день, за те знакомства, которые он нам подарил, за возможность проверить свои предпринимательские способности. Оказывается, они у нас есть. И еще какие, учитывая, сколько мы заработали. И большое спасибо этому приветливому городу. А в таких мероприятиях хотелось бы еще участвовать дальше. Интересные люди, которые там, скажем, не самые начинающие предприниматели, а подобную программу пройти с людьми, которые там зарабатывают от 5 миллионов там, или от 10 миллионов в год и выше. Я был волонтером, и что хочу сказать, я наблюдал за командами, и это просто нечто. Уровень организации просто великолепный. Были интересные задания, мы познакомились, мы встретились, я узнал просто множество интересных идей. Я в восторге. И если мне снова попадется возможность поучаствовать на деловом десанте, я приму с таким удовольствием. Я ни на секунду не пожалел, что приехал сюда сегодня.